Всем привет, с вами Трикстер. В преддверии новой лиги Озеро Каландры подготовил небольшую подборочку стартовых билдов. Ссылки на все оригинальные гайды вы найдете в описании к этому ролику. Там вы сможете более подробно ознакомиться с билдами и рекомендациями авторов гайдов. Если еще не решили, каким умением и классом восхождения стартовать, то возможно что-то из представленных билдов заинтересует. Конечно, руки чесались добавить в эту подборочку еще и такие билды, как Ядовитые Банки, Удар Молнии, Призрачная Спираль, но думаю, с ними и так все понятно, они будут хороши на старте. Первый в списке — Инквизитор с умением Искрящееся Копье. Это умение универсальное, очень хорошо себя показывает как в зачистке, так и в босс-файтах. А в патче 3.19 Искрящееся Копье получило еще небольшой бафчик. Стартовая сборка не требует больших вложений, что важно в начале лиги. Ну и Инквизитор очень хорошо подходит под этот билд. Как-никак, это сильный подкласс. До третьего акта автор рекомендует качаться Волной Холода, а как станет доступно Искрящееся Копье, сразу можно будет перейти на него. В гайде от автора есть подробный поп с поэтапной прокачкой. Следующий билд — через постепенный урон, через яды, да еще и криты. Это бросок кобры. Подкласс для билда, конечно же, убийца. Билд очень шустрый и имеет отличную зачистку, в том числе за счет распространения яда. По толстым боссам урон средненький, но можно будет сменить пару камней, и проблема с соло-таргетом решится. Выживаемость билда неплохая, а низкая стоимость необходимых предметов делает билд хорошим выбором под старт Лиги Озера Каландры. Следующий билд для милишников. Они не особо популярны в последнее время, но все же, возможно, кто-то захочет собрать персонажа ближнего боя, то этот билд вам должен понравиться. Это у нас умение дробления костей, рубака или слеер. В билде отличная выживаемость, в том числе за счет постоянного стана мобов и отличной кражи здоровья в подклассе. Зачистка приятная, да и с боссами справляется он неплохо. В общем, наверное, один из лучших билдов для миликов в последнее время. В описании есть текстовый гайд на этот билд, в нем все подробно разобрано, включая левелинг на актах. Идем дальше. Не хотел сначала добавлять билд с умением Праведный Огонь в подборку, РФ стал в последнее время частым гостем в стартовых билдах, но все-таки добавил, потому как это не Инквизитор, а Плут, Трикстер. А этот подкласс серьезно переработали, и это пошло ему только на пользу. Если хотели попробовать плута, то вот вам вариант. Сам билд же имеет хорошую выживаемость, неплохой урон и приятный геймплей. А стартовая сборка не требует больших вложений. Добавлю в подборку и свой стартовый билд, который недавно вышел на канале. Это лучник с умением Грозовой Дождь. В гайде я подробно разобрал сборку, начиная с актов до сборки под эндгейм. При своем небольшом бюджете в билде хороший урон, который можно и дальше разогнать. С выживаемостью, конечно, есть проблемы, но это все-таки лучник, а не танк с щитом. Если раньше собирали лучников, думаю, вы понимаете, о чем я. Такого персонажа в дальнейшем при желании можно легко пересобрать в любого стихийного лучника. Билд в целом веселый и им приятно играть. Сам я этим билдом стартую следующую лигу Озеро Каландры, буду пробовать разные варианты сборки. Если вам интересно, то залетайте на стримы. Вот такая подборочка получилась, и надеюсь, вам что-то приглянулось из этих билдов. Делитесь в комментариях к видео, чем вы планируете стартовать в лиге Озеро Каландры. Желаю вам удачного старта лиги и до новых встреч!